Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, ну что, Лига Сёгунов у нас была. Это было, ребята, а стало что? А стала Лига Самураев 3 звезды. Я тебе об этом говорил. Скидывают только в путь, ребят, только в путь. Ничего не успеваешь сделать. Как говорится, на пошиячу, но это уже в самом дне. Ладно, ладно, ребята, шутки в сторону, будем сейчас вырываться вперед. Естественно, будет все не так просто и легко, но у нас выбор-то все равно нету. Двигаться нам нужно только вперед. Назад скатываться-то не наш, как говорится, принцип, да? Это не наша тактика. Тюх. Что-то слабо как-то. На пошиячину. Так, Майки, будь добр, а? Давай, не друкуй. Угу. А если вот так? Прекрасно. Ну что, здесь мы разобрались и дальше идем. Но, отлично. Так, в Сёгуны мы с тобой вернулись. В Сёгуны, пока. Я хочу получить 15-20, но, видимо, это мало кого волнует, что ты там хочешь получить. Тогда будем действовать жестко, друзья мои. Как в старые добрые времена. Берем мощного и 4 слабых. И таким вот образом будем двигаться. Ну, раз не хотят они мне давать кубки, что я буду, ребят, тут выделываться? На! Сэдные плюхи. Так, ладушки, двигаемся дальше. 73 место, да? Я возьму Ваньку здесь, наверное, одного. Так, 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 так. Слушайте, ребята, а что если мы прокачаем с вами Леонардо Видение? Ну, потом как-нибудь, в ближайшее время. Я думаю, что Лео... Вы мне все пишете, давай я там Леонардо... Ой, этого... Рафаэль Видение, но у меня Рафаэль же... Подожди, Рафаэль... Не, Рафаэль Видение у меня не прокачан. У меня прокачан Рафаэль Ролевой. А Видение не прокачан. Я понимаю, ребята, что у него две массовые атаки, но мне... Почему-то вот мне кажется, что у него вот эти вот атаки две... Слабый. У него торнадо, насколько я помню, огненное, да? И второй это поджог. Я не буду, ребята, утверждать на 100%. Может быть, на самом деле там и имбово все. Но почему-то мне кажется, что у Леонардо все-таки будет посильнее удар. Хотя, опять же, не могу, ребята, утверждать. Это всего лишь мои гипотезы. Но было бы прикольно, если бы, да... У него было... Мне нравится то, что он запрещает хилять. То есть он бросает эту флягу. Да, вот эту свою, как ее назвать-то? Как это называется-то? Бамбуковая фляга или как там? Вот, он ее бросает, он запрещает им хиляться. И при всем при этом еще наносит огромный урон. Вот, вот это меня подкупает. Слушай, мы, кстати, с тобой в Сёгуны 2 звезды уже почти забрались. 15-20 нашли. Я возьму Леонардо. А почему быстро двигаемся? А потому что, ребята, мы с тобой... как сказать? В поединках не очень долго застреваем. У нас есть один топовый боец, который все за нас делает. И мы с тобой просто за счет него продвигаемся дальше. Вот и все. А эти, как говорится, на халяву получают кубки. Ну вот и Сёгун 2 звезды. Ну то есть максимум я сейчас смогу вернуться, наверное, в 3 звезды в свои Сёгуны. Что у нас и было. И все. Так, 15-20. Не дают мне. Не дают. Ай, фиг с ними. Ну что, Рафаэль, Майки. И еще один Рафаэль. Нет, Армагош, ты подождешь пока. Хотя, с другой стороны, зачем мне вот этот Рафаэль? Он самодостаточный, он может сам за себя постоять. Верно же? Погнали. Такс. Минус. И минус. Ну, как-то так. С 82 места мы перемещаемся на 61. То есть уже, грубо говоря, половина, да, пути пройдена у нас. Я возьму Армагона.
И вот так вот. Да, после буста, вот, ребята, меня вот так вот тюх, быстренько в Лигу Самураев оприходовали. Хотя времени прошло буквально 12, ну не 12 часов, сутки, ребят, сутки прошли. И меня вот так вот сбросили. Непорядок. Это просто-напросто непорядок. Так, давай 16-21, хорош. Вот до этого было. Ты посмотри, а. Ну, вот. Совсем другое дело. Я уже хотел возмущаться, блин. Да безобразие, но все-таки они одумались. Они одумались и... Так, ребят, я не знаю, на втором канале мы прошли с вами DLC, вот это вот. Я, наверное, все-таки начну проходить Ренмонт. Но я не знаю, со второй части сразу начинать или с первой, потому что я первую это уже не играл. Но хотелось бы. А, наверное, начну со второй, а потом, если понравится... Потом, если понравится, допройду и вторую. Хотя, на самом деле, есть еще что поиграть из старых, ребят, запасов. Так что, может быть, определимся. Мне еще нужно Гробовщика пройти. Допройти, скажем так. Там два DLC, по-моему, новых вышло. Надо как-то... Я обещал поиграть после этого. После Punch Club. Ну, что-то, видишь, переключился я на этот. Atomic Heart. Причем... Atomic Heart прошел давно. А, ребята, вот эта вот музыка, да? Авторские права. Зачем делать вот эти вот авторские права? Ну зачем втюхивать эту музыку, блин? Из-за которой проблемы потом постоянно. Я не понимаю этого. Ну сделай ты, я не знаю, какую-нибудь левую музыку. Ну сам в конце концов, ну, сочини там, придумай. Зачем чью-то брать и всовывать туда? Вечно это проблема. Так, ну что, Кожеголовый, давай. Даже не сомневался. Ни на йоту, что так сможет сделать. Ну что, перейдем с тобой в Лигу Мастеров, как думаешь, сегодня? Все шансы, ребята, у нас есть, все. Единственная проблема — это в персонажах. Они заканчиваются и... И я не знаю, хватит ли нам напора пробиться туда. Так, Крэнк. Ты дичь. Так правильно, что они хотят? А почему, когда Рафаэль прыгает, у него такой, знаешь, этот, типа, задумка, черепок? Он думает, что о черепках каких-то думает. Хе-хе. Так, слэш. Я что-то не уверен, что слэш в соло справится. Просто не уверен. Хотя здесь уже какой соло? Здесь уже 70 уровень, поэтому можно будет и слэш взять. Фига себе. Это новости. Сплинтер выжил после атаки. Да, это что-то с чем-то. Так, 38 место. И у нас, по-моему, последний там поединок. Раз, два, три, четыре, пять. Хотя нет. Оу, последний. У нас еще два поединка там будет. Полноценных. А это говорит, что мы с тобой в Лигу Мастеров зайдем. Так, это меня не устраивает. Ну-ка, давай, слэш. Красавчик. Да, на добивку его можно брать. Но как полноценного бойца, как топового, он не годится, ребят. Он на это дело не годится. Раз, два, три, четыре, пять. Так, у нас 66 против 71. Ну, это не лучший вариант, конечно, я сделал. О-о-о, зачем ты так? Он нас задебафил, да? А этот ускоряху, гаденыш. И тут... Ауч. А ну-ка давай, сплинтер. Ой, какой точный удар, я не это хотел сделать. Блин, защиты нету.
Давай, Джастин. Ой, я не это хотел. Я не это хотел. Хотя, ладно. Я хотел запах изо рта. Ребята, получилось. Ну ладно, главное, что массовая была. Ну, вот оно. Вот оно, ребята. Лига мастеров, одна звездочка. И 16-22. Может быть, дадите 23, не? Не дают. Раз, два. Тимати, иди нафиг, раз. Вот так вот мы сделаем. Ну, то есть будет, наверное, 80, скорее всего, позиция. Поехали. Так, бросаем паутинку. Ну что ты, блин, иммунку на себя вешает. Давайте сделаем так. И вот так. Я думаю, этого хватит. Выжил. Роксиди выжил. Ну, какой там, 80-е? Да, ребята, ровно 80-е место. Ну и забираем наш пак. Так, у нас мутагена хватает для того, чтобы прокачать Эйприл. Ага, сделали. Так, теперь давай тут заберем награды. И серия испытаний. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Пускай будет так. Три Маузера. Ну, Майки, ну, ё-моё, ну... Висявые Маузеры, а? Тыч, раздавил. Молодец. Так, и последняя волна. Бибоп, Рокстеди, да? Все как всегда. Да ладно. Есть. Ну, разобрали. Так, серию испытаний мы прошли. Так, теперь поехали. Донателло. Значит так, нам нужно найти 3 Че-планшета. Один есть. Второй. Ну, третий, давай. Так, 3 планшета нашли. Далее. 6 ячеек. Ну, силовые ячейки Крэнга. 6 штук. Одна найдена. Вторая. Третья. Тяжело ищется. Так, четвертая. Этот кончается, ребят, пицца. Пятая и все. Дальше нам не хватит. Одной не хватило буквально, ребят. Ладно, в следующей серии, я думаю, допройдем. Так, 12 откатов. У нас 2355 баксов. Нормально. Все. Ребят, все на сегодня. То есть наш прогресс сегодня — это Лига мастеров, одна звезда, 80-й ранг. Начинаются утренние смены. Как всегда, меня скинут за это время. Ладно, ничего страшного. Главное, что между понедельником и вторником у нас не было перерывов. То есть мы отыграли и в понедельник, и отыграли вторник. Ну, естественно, вы увидите эти серии только сегодня, а сняты они были в свое время. Потому что у меня, ребята, на неделе накопилось там, по-моему, 5 серий, которые я не выкладывал. Я как бы снимал, рендерил их, на работу уходил, и вот сегодня просто мне пришлось все скопом выкладывать. Вот. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.